Инвестиционный вычет был увеличен для цели исчисления налога на прибыль в 1,5 раза. Для основных средств, если мы говорим о зданиях, сооружениях, это с 10 до 15%. Если мы говорим об иных основных средствах, то с 20 до 30%. Следующий момент – это снижение ставки по налогу на прибыль в отношении дивидендов, которые не распределяются в течение 3 лет. Ставка налога предусмотрена и снижена на 50%. Если прибыль не распределяется в течение 5 лет, то установлено 0% в отношении такой ставки. И еще один момент – это применительно к налогу на недвижимость и к земельному налогу. Когда мы говорим, что плательщики вводят в действие построенное здание и сооружение, сегодня у нас в кодексе предусмотрено в течение 1 года действия льгота в полном объеме по этим налогам. Еще на протяжении 4-летнего периода предусмотрено предоставление непосредственно понижающих коэффициентов от 0,2 до 0,8%. Таким образом, вот в течение 5-летнего периода, по сути, тот плательщик, который вводит объекты в эксплуатацию, объекты недвижимости, по сути, можно сказать, что имущественные налоги не платят. Все это направлено на то, чтобы быстрее самоокупить свои проекты, те деньги, которые вкладываются в эти проекты, и запустить производство.